Привет, друзья! Сейчас 10:30, и мы начинаем наше путешествие. Мы отправляемся в Варшаву. Сейчас 2:00 ночи. Мы в Белостоке. Приехали на заправку, заправить машинку, взять кофе и будем двигаться дальше в сторону Белостока. Ой, в сторону Белостока, говорю, в сторону Варшавы. Едем в аэропорт Шопена. В общем, история такая. Мы купили билеты премиум-класса, но нам его подняли до бизнес-класса. И мы такие довольные, думали, что сейчас пойдем как нормальный бизнес-класс. Оказалось, нас отправили в общую очередь вместе с экономом, хотя как бы мы изначально покупали премиум. Короче, никто ничего не знает. Говорят, я спросила, сказали, стойте в общей очереди на общих началах, в общем, будете оформляться. А мы уже раскатали губу, что будем в лаунж-зоне сидеть. Да, смешно. В общем, открылось потом окно бизнес, и так как там это окно одно работало только, то как бы очередь, ну да, конечно, мы раньше всех остальных попали. О, хорошо, что мы наконец-то добрались, посмотрим, как будет выглядеть бизнес-класс, бесплатный бизнес-класс. Поснимаю, что там, как там. Одно радует, что 11 часов можно провести лежа. Чемодан стоит вообще-то, вот он. Нет. Да. Нет. Нет? Ты посмотри. Да, такого аэропорта я еще не видела. С музыкой. Песнями станц. Человек-паук. Вообще, конечно, такое у нас впервые. Духота нереальная. Прям очень влажно. Мы в самолете сидели, там кондиционирование такое хорошее. А здесь, подходим, сейчас будет проверка QR-кода. О, как хорошо. Ветерок. Желающих сколько прокатить на такси. Сервис.
в такой номер нас заселили. У нас супериор. Здесь два таких кресла, столик. Краска отваливается. Ну да, 4 звезды. Здесь такая тумбочка. Так, потом душевая кабина. Что тут входит? Полотенце. Душ. Такие полотенца, какие-то окна, не знаю, не открываются они вроде бы. Фен. Унитаз. Да, грязная постель. Там тоже. Ого. Да. О, зато телевизор. Еще вот такой вот шкаф со стеклянной дверью. Внутри шкафа гладильная доска и утюг. Ну, кондиционер есть. Сейф платный. И мини-бар. Па-бам! Пустой. Да. И еще есть глазок, в который видно в обе стороны. Ну да, такой подуставший, конечно, отельчик такой. У нас первый этаж, вид. Шторки, балкон. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ну, вот такой вот балкончик у нас. Не маленький. С видом на бассейн. Где-то там вдалеке виднеется Карибское море. Ну, как-то так. А мы кушаем с видом на Карибское море. Сетка натянута, чтобы птички не залетали.